Раз. Готов. Да. Раз. Поехали. Да не смотри ты на меня, кура тупая. Серьезно, всем нужно быть серьезным. Мы должны быть серьезными. Да, да, уйди отсюда! Ты тут никому не нужна. Раз. А ты что впереди стоишь? Типа такой деловой? Ну да. А, ну типа вы такие на заднем плане. Раз, два, три. Кай, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, ЖК и Игорь. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать нашу рубрику... Не смейся! Не смейся, Черри! Да, ребята, всем привет, и эта серия выходит только благодаря вашим лайкам, так что спасибо вам! Да, ребятки, всем привет, и надеюсь, что в этот раз вы тоже поддержите нас своими лайками, потому что мы очень стараемся, и нам будет приятно, если вы влепите нам большущий палец вверх, прям всем троим, да, и приятного вам просмотра! Ну шо? Чурри первый! Чурри первый! Ты поломал все, ты всю схему поломал! Давай! Пошел, пошел! Давай, уходи отсюда! Давай, давай! Фу на тебя! Закидывай мне яйца! Помидорами, помидорами кидай, помидорами! На, на! Яблоки, дебил! Помидоры! Саша, все, хватит, хватит, много куриц, много куриц! Много куриц, Игорь, мы тебя ждем! Тут твои цыпочки уже тебя ждут, давай! Да давай, давай, выходи! Выходи, Игорь, давай, на сцену! Франкенштейн. Так, ну я вам сейчас буду поведать, значит, я вам буду поведать. А мы вас будем слышать. Исповедоваться он будет нам. Весь смысл жизни, понимаете, пацаны? Знаете, в чем смысл жизни? Значит, смотрите, нужно крутить подшипник. Вот ты вот стоишь, да, вот крутишь подшипник. Кредит, крути подшипник. Сломалась машина, крути подшипник. Бросила жена, нужно крутить подшипник, понимаешь? Курица охренела. А вот если этого не будет, вот не будет, вот не будет. Все, пи***. Моё. А как его? Ох, ни хрена себе. А мне. На казино говно. Хочу спине. Да, добавьте 8. Да, держи, держи, держи. Казино говно 3-7.ru, ссылка в описании. Да. Бляу, нифига себе. Твоя очередь, Жек. Ладно, хорошо, я пошел. Игорь, пошел. Да хватит, хватит, тут слишком много. Давай, давай, подшипник, давай, иди сюда, иди сюда. Ну. Пацаны, мы слушаем. Я хочу, чтобы вы почувствовали атмосферу. Что за атмосфера? Все, больше с нами записывать не будешь? Какая охрененная атмосфера? На душе легче стало, Игорь, он с нами больше не будет записывать. Смысл спиннеров, крути подшипник. Ёпа. Фиджет спиннер, фиджет спиннер, ты где, балбес? Что я там говорил? Атмосфера, да? Атмосфера. Почувствуйте. Атмосфера. Атмосфера. Ты говорил слово атмосфера, мы слушали, да? Вы сидите на диване. И тут появляется интро. И тут появляется Игорь, я здесь. Да, вы сидите такие, попиваете горячий чаек, там, может быть, яблочный сок, или что-нибудь еще, или что-нибудь еще, и потом неожиданно случается. Опа, опа, поднять бабла! Три топора, поднял бабла! Поднял бабла! Поймал удачу и держу за оба крыла! Я уже, честно, даже радуюсь, когда эта песня включается. Банан? Ну ладно, короче, кто-то следующий. Я, у меня слишком сложное. Тут курица из-за спана, о! Убегает от меня. Там кто-то был! Он там был! Где? Где? Кто это? Это новая разина, стоп! Это 100% Витя Ака, но только в молодости. Ты, бля, это же я, ты что, меня не узнал? Это же я, Люха Прусикин, это же я. Это другой мимо. А чё, похож, кстати. Я думал, это другой, знаешь, типа, привет, а я тебя знаю, ты конченый. А где же сила духа, все дела? А где татуировки, Ильич?
Это же я просто в очках. Мне кажется, нас обманываешь. Похож на кого-то сутенера. Я не победитель, невидимая сила духа, слон там все дела. Нету, нет. Не, ты что, дебил, в Майнкрафте такое сделать нельзя. Можно, можно, все можно. Фейс в Майнкрафте был? Или еще тоже можно? Да. Вот проблема. Вот говорили они, давай спи арбуз, давай спи арбуз. И что из этого вышло? А вы знаете, какие у нас высокие бордюры? Я бежал, бежал. Вы знаете, теперь все, раскрыла башку в кровь. Почему мне это смешно? В кровь, посмотри, видишь? Раскрыла башку. Ты такой милый, что мне даже жалко, понимаешь? Знаешь, вот, говорили, арбуз, все нормально, а я вот бежал, не добежал. Бедный, бедный арбузик. Бедный арбуз. Ставьте лайк, ему жалко арбузика. Ставьте лайк, если вы хоть когда-нибудь пробовали арбуз или хотя бы видели его в интернете. Вот это да. Опять начинается. Байкер, байкер! Давай. Подождите. Давай тоже. Ты попался на кликбейт. Давай. Да, бдите веселочек, с вами Федомид. Здравствуйте. Короче, у меня к вам история, понимаете? История у меня такая тут. Я это вырежу. Вы все-таки убили! Ищи новый скин, я это вырежу, не надо! Да, бритый бетинотик! Короче, выкололи глаза, понимаете, глаза! Мне залили глаза, потом, знаете, что тут делать, потом, не это, а потом я зомби стал, я, короче, мое достоинство отрубили, а потом я такой подхожу такой, ты че хуй? Короче, я ебал твою тёлку! Концертное выступление у меня сейчас будет. Тихо, мать ваш! Не смеяться. Еще рано. Даже зубы не показывайте. Так. Деспасито! Я на утро съел буррито, потом посрал и вызвал алболита. Жопа заболела, я выпил два мохито, ебланита. Как же меня въебало дико. Ай, бля, жараха мясо. Ай, бля, спасите. Зачем я выпил два мохито, бля? Ой, спасибо! Знаешь, ты у нас маленько пропадал, но это даже добавило эпичность. Это было очень прикольно. Ты не слышал мою всю историю в жизни? Мохито выпивал. Да, и буррито. Это я точно слышал. Давай, Игорь, арбузик. Мощный, сочный буррито. У тебя еще второй... Ну ладно, потом скажу. Ну? Подозрительный. Подозрительный чувак. Да не знаю, что он смотрит вообще на нас, что он хочет от нас. Ага. Ну, правда, ничего не слышал, но ты мотаешь башкой, это классно, на самом деле-то. Чё? Наркоман проклятый, ничего, ты что-то показываешь. Понимаешь, ты не слышишь ту музыку, которую я наблюдаю. Вы что, не слышали песню там, где ковбой в тучках поет? Нет. Вы вообще следите за трендами, за мемами, значит, интернет. Нет, просто музыку не было слышно, понимаешь? Там даже в Рике Морти было, там, когда солнце поет, знаете, так... Вы фоте же. Вообще неадекватно. Так, ребята. Да хватит тебе здесь, это тебе не инкубатор. Посмотри, сколько петухов уже гуляет в нашей сцене. За исключением нас троих? Ну. Поднял бабла. Я плачу и не трачу. Поймал удачу и держу за оба крыла. Вы понимаете, пацаны, знаете, что хотел вам сказать? Крути вот я такой услышал песню. Крути по фильме. Там такая, знаете, такая песенка такая. Скидывай папа! Па-па-па-па-па! Скидывай! И зубы, когда все тебя выпали, я теперь такой. Скидывай папа! Скидывай папа! Скидывай папа! Скидывай папа! Скидывай папа!
прям жалко давай, стало. Давай, давай, Бурито, показывай. Закат, рассвет. Уйди с кадра. Опять Ильич, опять Ильич. Мой дик, избег. Подожди, он что-то нам пытается показать, он явно что-то пытается. Какой-то дебил. Не видишь? Жирахов, блокеры, вперед! Ты чё, меня низким назвал? Сам такой петух, я таким родился, такой по жизни. Да, давай ещё унизь меня, то, что у меня ноги маленькие, да. Типа курица, такой, курица такой, тебя такой по жизни, понимаешь. Да, такой, такой мелкий, да, по жизни? Знаю, да, сам такой. Меня. Телефон, я телефон чё? Выкидывай, телефон его выкидывай. Дурай. Я не понимаю, что происходит. А и ты меня низким назвал? Типа я вас там не вышел, да, не-не-не. Да пошел. Да ты высокий. Да не, блядь, я такой же, смотри, такой же мелкий. Такой же мелкий. А как ты понял, что я джарах? Вот так вот, вот так вот. Поднял бабла. А как? В общем, ставьте лайкусики, если набираем много лайков, то будет много серий. Все логично, много серий, много лайков. И сюда да, лайков, и туда, и да, и сюда, вот этому, и там. Да, да. А еще, если вы подпишетесь на наши все каналы, которые есть в описании, кстати говоря, то вообще вы будете прям крутые, поднимите бабла. Будет так бабла, как колокольчик, чтобы не пропускать новый видос, который выйдет уже скоро. И ставьте лайки, если ты поднял бабла.